Июль 1988 года. Никогда еще на эту братскую землю не высаживался такой крупный десант посланцев советского Киргизстана, как в эти дни. Дни культуры Киргизской ССР в Монгольской Народной Республике. 130 лучших мастеров искусства и литературы Горного края специальным рейсом Фрунзе-Улан-Батор прибыли сюда для участия в празднике Братства народов. Город приветливо распахнул перед гостями свои улицы и проспекты, новые микрорайоны и старые буддийские храмы, театры и музеи. Открыл им свое сердце и душу. Сердечными были встречи в Центральном комитете Монгольской народно-революционной партии, Совете министров и Министерстве культуры Монголии. Стороны подтвердили свое горячее стремление развивать прямые дружественные связи между Киргизией и Монголией. Восторженно принимали зрители мастеров искусств нашей республики. Это была яркая увертюра праздника дружбы, взаимопонимания, духовной близости киргизского и монгольского народа. Мошгүй зэрэгтэ харшгүй чадлтай Монгол төмөндөө долохоор аян замын алжаалыг юм чинээ сандгүй зорин зортоор ирлээ бид. Пути дороги праздника. Они пролегли по всей Монголии. С искусством Киргизии, с лучшими художественными коллективами республики познакомились жители Улан-Батора, Эрдонета, Дархана, Восточно-Габийского, Забханского и Центрального Аймака. Как много оказывается общего у киргизского и монгольского народа. И в исторической судьбе, и в традициях, в музыке и культуре, в хозяйственном укладе и быту. Это хорошо показали встречи с жителями Восточного Гоби. Праздник в степи. Как напоминают он чабанские праздники в Сонкуле или Аксае, Алае или Сусамыре. Есть общая тема для разговора у чабанов. Киргиза Ташполота Акматова
и монгола Царена Чайжанца. Опыт овцеводов Киргизии притягателен для здешних чабанов. Спрашивали обо всем. Как живут и трудятся люди, как содержатся овцы, какой приплод и настриг дают, и каковы условия оплаты чабанов. Искренне и душевно, с открытыми сердцами, встречали киргизстанцев повсюду в Монголии. Живо интересовались ходом перестройки в нашей стране, рассказывали о том, как обновляется жизнь в Монголии. С огромным успехом прошел фестиваль киргизских кинофильмов. Тепло приветствовали жители Дзабханского Аймака, делегацию кинематографистов нашей республики. Повсюду узнавали наших артистов, исполнителей главных ролей в кинофильме «Потомок белого барса». Большой интерес у зрителей вызвал фильм из жизни животноводов Киргизии «Сошлись дороги». Фестиваль культуры Киргизии на монгольской земле вылился в яркий праздник братства и духовной близости наших народов. Вот что говорят монгольские мастера искусств. Композитор Мендбаяр. С давних времен наши народы испытывают взаимную тягу друг к другу, взаимное уважение и взаимный интерес. Фестиваль позволил нам лучше познакомиться с искусством киргизского народа, лучше узнать его душу. Это особенно важно сегодня, когда все народы протягивают друг другу руку дружбы, стремятся жить в мире и согласии. Я только что с большим удовольствием посмотрел заключительный концерт мастеров искусств Киргизии. Мне особенно понравились народные инструменты, песни, мелодии, потому что сам я увлекаюсь народной музыкой. Главный дирижер монгольского театра оперы и балета Жамьянгин Чулуун. В музыке киргизов, в их обычаях, обрядах, много общего с нашим искусством, с нашими обычаями и обрядами. Это говорит о древних связях между нашими народами. Нам надо лучше знать друг друга и чаще встречаться. Поэтому мы и говорим. До свидания, монгольские друзья. До встречи на земле Киргизстана. А в нашей памяти надолго останется прекрасная и гостеприимная Монголия.